Почему все белое? Ну покажи. Потому что там наклейки были. Ага. Мы вчера шарик покупали. Наклеечки. Сейчас дети отклеивают, и краска тоже отклеивается вместе с ними. Мы да? их просто хотим переделать. Их. А, ну переделайте. А Алиса просто хочет поиграть. Вот, Алиса. Алиса. Упс. Я в них наигралась. Уже наигралась? Угу. Хорошая кошечка? Угу. Очень хорошая. Подожди, а где слова? Ну что, давайте покажем нашу игру. Какие у нас здесь проходят изменения? Арбузик появился. Дальше. Подожди, а ну давай почитаем. У нас много монеток, так что мы можем это купить. Украсить зонтик. Нет. Гирляндой. Не можем это цветов. Купить. Почему? Можем. А. Вот, видишь, как красиво стало. Читаем. Расставить светильники. Так. О, как красиво становится у нас. Дальше. Развесить фонарики. Красивее и красивее получается. Настоящие Гавайи. Так. А ну я не успеваю, подожди, почитать. Так. Давай почитаем. Читаем. Поставить фигурку барабанщика. 63 осталось? О нет, точно, у нас уже не хватит. Ну ладно, мы в другой аквариум зайдем. Сейчас покажу вам какой. Бал. Угу. Так, а в Бале? Чуть тише сделаем. Вот. Бал у нас очень красивый. И у нас... Мама, за другой пес. Да, появилась карета. Смотрите, королевская карета. Давай купим. Покупай. Почему в этом аквариуме нет того из звездочки? Давай если переделаем. Подождите, сейчас переделаешь. Смотри, что еще? Зачарованная роза. Покупай, Лиза. Да, ты сейчас все переделаешь. И, конечно же, красавица и чудовище. Покупай, Лиза. Подожди, они какие? Нет! Нет. Ну еще нам надо звездочка. У собачки было волосы. Закрыто, мам. Ага. Давай, сделай перестановку. Сколько у нас еще? 40 тысяч почти монет. Вот Лиза делает перестановку. Так, я хочу. О, нормально это. Все в куче как-то будет, Лиз. Ну, это кусило. Ну ладно, делай как ты хочешь. Почему куча, Лиза? Им будет тесно, Лизочка. Это ничего. Ладно. Скоро третья звездочка откроется. Давай еще рыбу купим какую-то. Сейчас. Если есть место. А у тебя новая рыба есть? Да, есть. Вот ты ее купила. Может быть, вот такую? Странствующий группер. Ну, ладно. Луиза ее зовут. Так, появилась Луиза у нас. Луиза? Луиза, да. Здравствуйте, Луиза. Меня зовут Луиза. Сейчас я пойду поить. Так, купи еще, наверное, вот это, Сэмчик. Морские розы. Почему?
почему так мало? Сэма, ну ты сделай перестановку. Как ты считаешь нужно? А то из-за них всего сделала. Ну, Лиза по-своему сделала красиво, а ты сделай по-своему, как тебе нравится. Угу. Да, молодец. 7-5 получилось. Хорошо ты украсил, да. Угу. Молодец, да, зелень по разным углам тоже поставил. Вот такой у нас получился красивый бал. Еще вот. Мы уже все купили, да? Ну, давай посмотрим. Угу. Смотрите, как. Осталось одно и все. Великолепно, молодец. Давай посмотрим, все ли мы купили. Так, да, все уже купили. Но третьей звездочки у нас еще нет, поэтому придется. Ага, покупать еще что-то. А, я поняла, мы купим рыбку скоро. Вот такую, смотри. На ваучеры. На ваучеры. Да, вот она, точно. Рыбка принцесса. У нас хватит все, только у нас не хватит вот это. 77. У нас хватит вот это, и, а у нас это только не хватит. 23 надо еще таких ваучеров. Их очень сложно зарабатывать. Ну, будем стараться, да? Дальше. Давай посмотрим, какие у нас аквариумы еще есть. Давай. В каждом аквариуме, ребята, новая музыка должна быть. Сейчас посмотрим. Так, теперь зайдем в США. Да? Теперь зайдем в Францию. Во Францию. Запишем 10 минут. Раз уж YouTube требует 10 минут, мы поставим 10 минут. Кому интересно, ставьте лайки нам. Спасибо, сыночек. Я потом возьму еще. Япония. Гавайи. Пляж. Первобытный мир. Да, я уже показывала. Египет. И Дикий Запад.